Я думала, ты не приедешь. А свидетели были, как она сама под поезд шагнула? Не видели, как она стояла на перроне и кого-то ждала. Женщина такая красивая, в кофточке белой, на певицу похожа. Она ничего не видела, она врет. Я не делала этого. Я адвокат Корчагина. Я доведение до самоубийства здесь не вижу. Прошло 4 месяца. Ты ничего не найдешь. Какая-то игра, правила которой мы не знаем. И вы считаете, что это не самоубийство? Уверена. Скорее, доведение до самоубийства. Ну что тебя смущает? Все, Андрей, меня смущает. Так уж неверующий. Только я в Бога не верю. А страсти земные очень даже вижу. И бездну твою вижу. Мне надо 3-4 часа проверить эту версию. Если вы сейчас не уйдете, я вызову полицию. Я для этого и приехал пораньше. Это ведь не вы такой умный. Это она, да? Почему ее интервью не вышло в финальной версии выпуска? Ты поторопилась и неверно прочитала ход. Ты ее видишь? Да, вижу. Не слушай ее, Варя. Ты все рассчитала правильно. Если мы не будем верить в своих близких, они не смогут идти вперед.